Космическое пространство покорили, а вот на Земле не везде навели порядок. Это досадное упущение решили исправить волонтеры молодежки Ивановского общероссийского народного фронта. Субботник с космическим уклоном провели во дворе дома номер 1 по улице маршала Василевского. Здесь с советских времен сохранился любопытный экспонат – макет ракеты. Сегодня проходит всероссийская акция «Космос наш» от молодежки УНФ. И, соответственно, эта акция посвящена Международному дню космонавтики. А в нашем городе Иваново, наверное, единственный такой дворик, где с советских времен сохранилась ракета. То есть живое напоминание нашим людям о том, какие, в общем-то, победы наша страна получала в свое время. Вот. И, соответственно, мы нашли этот дворик, мы увидели, в каком состоянии находится ракета, и мы поняли, что именно здесь нужна наша помощь. Ракете добавили яркости при помощи краски и валиков. Но самое сложное – привести в порядок территорию вокруг. Бутылки, пакеты – все это валяющееся ровным слоем вокруг памяти о космических завоеваниях волонтеры собрали в мешки и отправили на свалку. А пользуясь случаем, передали привет жителям микрорайона. Мы убираемся, это наш труд. И если вы не смогли убраться, но хотите, чтобы ваш двор остался чистым для ваших детей, для ваших друзей, чтобы было не стыдно привести, потому что если бы у меня такой двор был, я бы в гостей никого не привела. Если вы хотите, чтобы ваш двор оставался чистым, пожалуйста, не мусорите. Остается только надеяться на то, что жильцы близлежащих домов оценят подарок Народного фронта. Поддерживать чистоту и порядок намного проще, чем убираться. Если уж человек сумел покорить космос, то урны ивановцам тем более покорятся. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.